И компания молодая. Так, что у нее? Вот не, можете облокотиться, только не это вот. Можете там название, все политические, все это принимается. Ничего. Бесплатно заметьте. Поехали. Нам есть чем как бы отметить за праздничным столом 2010 год. Мы пережили две тяжелых, я считаю, избирательных кампаний. Подождите, будем все переписывать. За праздничным столом отметить. Движение родителей вроде в наркотиках. Что вы начинаете? Нет, это движение. Это движение, ваше движение. Мы же в нем практически не участвуем. Так, мы только вам сочувствуем. Мы сочувствуем вам. А так, если есть серьезные факты нарушений, мы готовы их поддержать. Сегодня мы занимаемся игровыми аппаратами. Вот как? Этими, да. Кстати, интересно, как? Занимаемся. Я сказал, я не занимаюсь этим. Собираем информацию и сообщаем ее управлению внутренних дел. И что? Оно пускай реагирует. Кто слепанев говорит, что он не знает, где эти игровые аппараты находятся, мы ему даем информацию. И не боитесь? Я лично боюсь, честно. Я этих игровых аппаратов... наркотиками вы не боитесь? Да нет. Честно, так вы должны похвалиться, что он задержали крупную группу торговцев амфетамином из России. Вы должны... Ну это давно уже. Нет, ну, да дело, нет, это уже дело закрыли вот только. Ну это суд. Да. Задержали их еще давно. Без так меня, что, к сожалению. Если бы мы были партией правительственные, мы бы серьезно занимались и вашими проблемами, и этими. Нашими? Что вы лепите мне, все мне говорят, что это мои проблемы? А поскольку мы политическая партия, вынуждены существовать в условиях кризиса, мы занимаемся теми проблемами, теми направлениями, которые определяем сами для себя. Или определяет наша программа. Обязательно расшифрую. Подождите, поздравления. Все-таки сели, ладно, за праздничный стол. Что пить будете за праздничным столом? Нет, за праздничным столом традиционно шампанское и русская водка. Как ее называют? Хортица. Ну ладно, все, это отдельное дело. Значит, пожелания вы. Пожелания всем крепкого здоровья. Принимаю. И уверенности в своих силах. Потому что это государство еще, ну это власть, такая же коррумпированная, как предыдущая, и надеется только на самого себя. Все. Хуже будет? Лучше не будет. Хуже будет? Нет? Хуже будет. Может быть. Может быть? Может быть. А куда еще хуже? Потому что аппетиты людей, пришедших к власти, не имеют границ. Ну, тем не менее, я вас тоже поздравляю, что я не совсем согласен.